Лучшие Деды Морозы и Снегурочки идут со мной в одну шеренгу. Мы движемся к главной елке Витебска. И совсем скоро мы ее зажжем. С наступающим Новым годом, Витебск! А какие подарки ты хочешь, чтобы Дед Мороз тебе подарил на Новый год? Человека-паука. Ну, что-нибудь живое, например, хомячка, там, мышку. Подружку. Я бы хотел бы летающий самолет. Динди. Это что такое? Это фея такая, кукла. Я бы хотела красивые раскраски. А я бы хотела, наверное, тоже красивые книжки. Я хочу маску плавательную. А ты плаваешь? Да, я на юг ездила. И в следующий раз еще раз поедем. Что ты хочешь, чтобы Дед Мороз подарил тебе на Новый год? Хочу гоночный трек. Новый год будет яркий, пестрый и необычный. Принесет много счастья, любви и исполнения всех желаний. А снег будет в Новом году? И снег будет. Дед Мороз прислал нам елку, огоньки на ней зажег. И блестят на ней иголки, а на веточках снежок. На пруду сверкает лед, наступает Новый год. А какой подарок ты хочешь от Деда Мороза на Новый год? Я хочу плюшевого котика. И зеленую чертицу. Елка знает это, как она под Новый год хорошо одета. Год прошел, как день вчерашний. И над Витебском сейчас бьют часы Кремлевской башни свой салют 12 раз. Лучистая! Нарядная! Сияй! Сверкай! Гори! Детям пожелаю хороших новогодних забав, игр, веселья, чтоб каникулы всех ждали счастливые, радостные, чтоб путешествовали по нашей родной, любимой Беларуси! С Новым годом! Следите за новостями на портале городвитебск.бай.